обещал сделать. Многие годы Зев Гутман старается забыть все то, что произошло с ним в Освенциме. Прошло уже 70 лет. Зев обзавелся семьей, построил уютную и спокойную жизнь, и сейчас он находится в доме престарелых. Но он так и не смог преодолеть ужас, пережитый в лагере смерти. Макс, его старый друг, вышел на след человека, мучившего их обоих в Освенциме. Преступник смог избежать правосудия и теперь спокойно живет в Америке. Старые друзья решают самолично восстановить справедливость. Но Макс прикован к инвалидной коляске, поэтому, не сообщив ничего семье, Зев решается в одиночку совершить возмездие. Начало сеанса в 20 часов, сбор гостей в 19:00. По традиции, у жителей Сочи есть возможность посетить премьеру в числе первых и абсолютно бесплатно. Вступайте в группу «Люксор Сочи» в соцсети ВКонтакте, делайте репост записи о премьере. Итоги уже завтра вечером. Для тех же, кто не хочет проверять свою удачу, установлена спеццена на премьеру – 150 рублей.